чисто и красиво. В рамках месячника по благоустройству город продолжают приводить в порядок. Среди актуальных сезонных работ – помывка и очистка остановочных павильонов. Всего в оперативном управлении учреждения находится 406 остановочных павильонов. Каждый остановочный павильон в месяц омывается по два раза. Очистка от объявлений, полная помывка. Ежедневно на очистку и помывку остановочных павильонов выходит по 5 бригад. В каждой по 2-3 человека. В зависимости от степени загрязнения уходит от 15 до 30 минут. Приезжаем на остановку, обливаем ее водой, начинаем снимать объявления и большие загрязнения с помощью скребка. Потом обливаем еще раз водой и уже протираем начисто. В день бригады справляются с уборкой около 30 городских остановок. Горожане отметили важность выполнения данного вида работ. Ведь в чистом павильоне ожидать общественный транспорт стало гораздо комфортнее. Ну, больше чистоты стало. Снег быстро убрали. Все любят чистоту. Поэтому нужно каждому следить за собой и за своими окружающими, для того, чтобы кругом было чисто. Власти призывают жителей Самары бережно относиться к общегородскому имуществу, а также приглашают принять участие в субботниках, оказывая помощь в уборке городских территорий. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События.